Хардкора. Да, хардкора. А ты первый выложил? Да, выложил. Идем. Естественно. Сейчас, погодь, я кое-что проверю. Все, погнали. Давай, если он сейчас опять насчет дежу. Кстати, давай покажем, что у нас за эсколотель был. Что он творил у нас? Давай, иди сюда. Давай, выливай его сюда, Артем, иди сюда. 4 на 4? Вот, иди сюда, я сделал. Сейчас. Я понял, ему просто места мало. Ну иди сюда, давай. Вот, выливай. Вот, и он пошел делать дежаву. Ему места просто мало. Так. Теперь это надо застроить. Нет, Андрей, его нельзя выпускать. Почему? Он же считается хищником, его нужно назвать. Он задиспавнится. Он не считается хищником, он считается... Он тебя может бить? Ебат! Блять, я обосрался, ко мне дерево родилось прямо передо мной. Ладно, а склотили мы потом назовем. Пока что давай все-таки... Только не бери, он мой. Окей. Я железо возьму. И, и уголь. Достаточно. Но я не буду пока что крафтить вот то, что ты хотел. Я делаю уже железные блоки 2. Окей. Хорошо, на тогда тебе, Артём. Еще третий. И вот 4 железка скрафти на ковальню. Вроде бы я те 4 скинул. Ты его подобрал, окей. Нет, я ничего не подбирал. На, вот, еще 3 железа. Поломан немножко в виде, правда, но... Давай, крафт. Ну, кстати, я могу еще закинуть больше железа. Нам нужен камень и еще печка. Наковальня, сейчас назовем. Нам нужна печка. У нас таки железа, но нету все еще печки. Понимаешь? А какие мы бомжи. А еще нам нужно идти за алмазами и уже, наверное, выдвигаться как в Незер. Называется? Лоскотель. Лос. Ко. Тиль. Да. О, я случайно на английском писал. Так бы сделал. Ко. Лос. Ко. Тиль. Лоскотель есть. Отлично. О, да, дай скин посмотреть. Лоскотель. Релинига. Набери. Да, отдай. Тогда давай его выльем куда. Давай ему аквариум построим. Да нет! Смотри. Давай подожди, сейчас я себе скрафчу инструменты наконец-то все. Давай я. И покажешь мне, где ты добывал песок, потому хорошо. Что... Покажу. Я хочу уже доделать ферму. Если не ферму, то хотя бы аквариум ему сделать, потому что это будет только очень большое, долго. На чем будет опять ну, это как получится. Так, Тёх, вот еще печки. Хорошо. Давай я скрафчу то есть... тебе... Погоди. Железную... лопату? Это все сложно? Да погоди ты. О, ща, погоди, я... Будь здоров. Нет, давай я пойду, потому что... О, яйцо! Вот так примерно. Так, ты иди покажи, давай, пойдем вместе, а ты пока покажи. Солнце, а где там солнце? Дай мне. На, лоскотиль. О, кстати, выросла эта пшеничка. Блин, нам так повезло. Жаль, что он не синий. Ну, слушай, Артём. Ну, это... Это уже что-то. Андрей, это вообще редкость его мяти в шаг. Вообще его редко где находят. Так, еще вот так вот возьмем. Он появляется в шахтах с таким маленьким процентом, знаешь, на какой высоте? От 20 до... А, у меня еще есть рудное золото, то есть от, я могу... От 20 до 22 блоков. Погоди, я могу себе еще это... Золото переплавить. У нас вообще, мы какие-то вообще чертим свои мажоры, так-то, если по-честному пойти. Ну, у нас только алмаз. Ну... Кстати, мы можем уже портал в ад делать. Там озеро есть лава. Да? Да. Окей, так, сейчас, погодь. Мне нужно семечко еще одно, я буду разводить куриц. А я, правда, грейн свой
У тебя есть сырое мясо? Не сырое мясо, насрать. Любое мясо давай есть? Я тебе дам. Раз, два, жареное сырое. Да, потому что он, у меня все еще проблемы с едой. Нет. Да где солнце? Уже закат будет, поэтому нам надо торопиться. Я знаю. Погнали. А я пока вырую, кстати, вот это, смотри, вот тут вот. У нас будет типа ферма этого. Как его? Тростника. А я себе, знаешь, вот так вот. Потому что мой у старого уже ломается. Там, то есть, совсем немножко. Вот так вот, потом вот так вот. Этот щит можно выбросить. Вот я думаю, таких каналов будет нормально, да? Вот, смотри. Это ты что делаешь? Тут тростник будет расти. У тебя есть? Да, естественно. Ёпта, что я сделал? А как это произошло? А, впрочем, ладно. Нет, тех, уже надо будет, наверное, пойти поспать. Потому что... уже ночь. А умирайся... Ну, не, хочешь, можем пойти, если ты не ссышь. Нет. Просто я боюсь, что ты умрешь. Так я уже один раз умирал. Да. Было такое. Так. Окей, ща я посажу как а раз. Я куда пошел? На поиски Лава озера. Я где-то его купил? Ты добил? Сейчас ночь. Ты что, кончишь ты, что ли? Я нашел яйца. Все, ложись, Тёх, потому что уже лук, сейчас будет... Кто-то лук. Это я, наверное. Так, что это такое тут? А, палка. Зачем ты палку скинул? Я придумал. А, нет, это не граница. Я думал, я себе дом из гранита сделал, и у нас нет гранита. Андрей. Мы, кстати, могли бы сделать дюк. Нам только нужна... Кстати, будем достижения потом выполнять, когда Майнкрафт пройдем. Я думаю, да. На кое... На кое... На кое... На... На какую кнопку они открываются? На L. Да. Вот, нам, по идее, надо горячую штучку и две стихии. А, ну, короче, мы по майну почти прошли. Ладно, погнали, показывай. Что? Фак, я включил кинематографическую камеру. Фак. А на какую кнопку я это сделал-то хоть? А, все, на C. Все нормально. Все. На С, если нажмешь, у тебя будет. О, так. Тебя тоже качает так. Нажми на С английскую. Уии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 иii Ну ладно. Допустим, сейчас я вижу, по-моему. Тряхайтесь. Показывайте песок. Можем... Вот песок, погоди. Можем... Да подожди ты, ё-моё. Да ёба на твой рот, Артём, нам нужен песок. Если мы найдём слизни, мы сможем дюпать рельсы. Зачем тебе дюпать рельсы? Ну, найдём деревню какую-то, сделаем оттуда... А как ты собираешься дюпать рельсы с помощью слизня? Липкий поршень. 4 слизни у блока. 4 любых рельс. Нажимаешь рычаг, он... Ну, там еще повторителя два нужно. Ну, понимаешь, что это было на прошлой версии? На этой уже нет, такое это работать на не всех будет. Работает. Ну, ладно. Чувак на этой проверял. Ну, это, конечно, дорогой крафт, но когда-то мы это сделаем. Нет, Тёх, я не буду этим заниматься, потому что... Я не вижу смысла дюпать рельсы. Типа, зачем? Знаешь, на какую кнопку включается границы чанков? Какой? По-моему, на F4 попробуй. Я не буду, у меня запись, я боюсь, что у меня все собьется, если я все. Значит, не на F. F1. О! F1 надо скрыть. У меня пролагало. У меня еще какой-то Майнкрафт странный, у меня все лагает. Зачем? Кто есть? Кирка. Кирка? Ну да, есть. Если найдется глина, есть...
Артём, оно не работает уже. Это было на прошлой версии Майнкрафта. Так, я почти сломался. Я накопал 2 стака песка с чем-то. Я думаю, это нормально, правильно? Вот, Z. 2 блока. Раз, два. Вот такой вот будет спуск и подъем. Теперь ломаем. Паркур? О, хорош, какой паркурист. А у меня нету кирки. Ты бы видел, какие я мувчики делаю? Оп. Огонь, хорош. Я на базу уже пришел. Хотите еще жрать? Я нашел, да, возвращайся, покажешь. Возвращай. У курицы снесли яйца. Ну, это хорошо. Нихера. О! Пережарилось золото, медь, железка. Почти все. Хорош. Главное, что не в речку, потому что тогда он уплывет и не вернется. Так, сюда закидываем раз, так. А у тебя есть еще уголь? Просто мне кажется, мы просрали весь уголь на переплавку всего. У меня есть только один. А ты знал, что ведро славы можно переплавлять? Да, я в курсе. Но уйдет вся лава, хоть она и будет очень долго работать. Так, ладно, и пускай она переплавляется. Ты говорил, ты нашел пещеру, правильно? Да. Сейчас у меня есть тебе предложение. Пойдем заниматься чем-то. Вот, видишь, наши пчелы уже работают. Давай вот тут. Подожди, подожди. Предлагаю тебе план. Либо мы идем куда-то туда вот. Вот туда. Либо идем к пещерке. Ты как хочешь? Давай на поиски деревни просто отправим. Хорошо, давай просто сбегаем. Да, сделал. Да, сделал. И причем, ко всему прочему, еще и показал, что у меня Майнкрафт загружается. Классно. Я сделал, а как смотреть потом? Я сделал скриншот в бандикаме, Артём. А не в майне. На какую-то кнопку там можно. А там можно зайти потом в вкладку Майнкрафт, там будет скриншот. Вот, да. Сейчас, если мы найдем эту, как его? Деревня? Нет, что тут деревня? Я говорю про. Я хотел сказать хижина ведьма. А еще тут есть фрут. Давай его убьем просто так. О, зомби рычат где-то. Тростничок, хорош. Куча куриц! Прям куча. Собирай яйца куриц, потом разобьем к себе на ферму. Я вообще уточняю подлагивать майн. Прогружается, да, что-то новое, думаешь? Что это там было? Хижина ведьма! Я увидел ее! Смотрите, ребят, сейчас будет спидранерским способом. А, фак. Тут уже глубина большая. Погоди меня, не лезь на нее один, потому что она тебя может загасить легчайше. Слышишь? Да песок, отстань от меня! Нам нет отравления нет, поэтому я ее как бы снес. Убил? Да. Ну да, бутылек. Если тебе надо, как бы можешь попросить. А лоскотель будет убивать котик? Не надо, лоскотель. Не У меня есть обычное ведро воды, что дурак, что ли? Все, а ты не. Ты чё? Смотри. Где кот? Мухоморы. Кот. Я соберу с собой горшок. Возьми с собой котел. Нахуй. Не знаю, кот, по-моему, куда-то съебался. Да, в принципе, как-то похуй. Ты не умираешь от отравления, успокойся уже наконец-то. И что? Ладно, все, мы расследовали Теру, никакой деревни тут нет. Да куда дальше-то? Ты что, дурак, что ли? Куда дальше-то? Какие джунгли, Артём? Что, шизик, что ли? Где? Чё ты мне пиздишь, по-моему, Артём? По-моему, да. Деревенский дом. Я интересно, а если собрать кувшинки? Смотри, Артём, сейчас будет спидранерский способ. Смотри. Фигуры, да, смотри. Смотришь? Да. Я знаю. Вот туда, вот туда. К
Креста, а давай скрафтим ножницы. По пути я, конечно же, добуду дерево. И соберем хотя бы одну лиану. Будет ферма лиан? Ну, не ферма, нахрен нам ферма. Иди просто... Сюда. Так, лиана пускай будет. Может быть, он пригодится. Тоже... Да подожди ты, ё-моё! Класс, то есть ты не уверен? Нет. Тут ничего нет, Артем, возвращаемся. Нет, в другом городе. Да пошли обратно, ну ёптель, мопсель. Андрей, рано или поздно нам придется расследовать тему. Ну, то сейчас-то не надо. Надо. Но... У вас нормальная... Так, ладно, ты как хочешь, я пошел обратно. Не потому, что я с тобой, потому что я не хочу дом потерять, а потом искать по координатам, потому что координаты конченые. Серьезно, у меня иногда портал в ад вел не в мой портал в ад, а в другой какой-то рандомный. Так, вот сейчас вот сделаем дроп. Отличный дроп, чуть не сдох. Два. Типа яблоко родилось. Ладно, погнали обратно. А ты знаешь, что у меня есть золотое яблоко? Да пиздишь. Нет, пусти в мой инвентарь. Угу. Опять из креатива взял. Нет, мы же с тобой... Так, раз... Хорошо, да ладно, все же. Я что такое? Если там, вот тут я ломал тростник, значит мы пришли примерно оттуда. Жалко, что тут нет слизней, потому что слизни были бы хороши сейчас. Они бы нам пригодились. Потому что слизь это редкая срань. Кстати, нам может прийти этот торговец. То есть, в принципе... Ну, разбойники это... Одно дело. А вот торговец это другое. Торговец лучше. Нет. Почему нет? Разбойники, потому что при помощи рейда можно такие... Можно Зачем ты просрал бирку? Можно было торговца оставить, чтобы он нам это... Так, мы с ним один раз торгуемся, и все, он закрывается долги на вечно. Ну так, все равно у нас был бы житель халявный. Кстати, уже ночь, ты возвращаешься там, нет? Ну да, я ж придумал. Как там наш аквариум? Еще нет. Артём, я еще даже не начинал его строить. Ты издеваешься? Нет. Давай в следующий день я скрафчу себе наконец-то уже кирку, потому что... Нет, Артём, в следующий день мы занимаемся этим фермерством. Я уже заколебала. Потом будем делать дом для лоскутеля и так далее. Без кирки. Ну, у меня почти заняло всю ферму этот тростник. Все, погнали. Ложись, хоп. Ляг. Вы проспите всю ночь. Спасибо за объяснение, Майнкрафт. Так, куча стекла. Улицы снесли много яиц. Сколько у меня? У меня 4 яйца. Капец, Артём, у меня настолько дофига всего, что у меня инвентарь забился 4 просто. У меня 5 и тоже нихера не вылупилось. Так, все вот это вот мы просто складываем. Стрелы забираем, потому что стрелы это нужно. Вот это все ножницы. У меня две пары ножниц зачем-то, я не знаю зачем, но... Мне нужно очистить инвентарь, у меня он весь забит. А я сейчас буду делать великий дроп. Если я сдохну, прости меня. Не надо. Зачем тебе ты дроп делаешь? Надо. Зачем? Погнали. Ой, я уже чуть не сдох, хотя не собирался прыгать. Да это я так шуткую. Нет. Выливай. А зачем ты делаешь вотердроп? Лиану буду выращивать. Я построю столб, на него поставлю лиану. Пускай растет. А зачем так высоко поднимаешься? Чтобы лиану вырастить. Прощайте, ох! Мы уходим в космос. А давай я разолью воду. Артём, я прыгну в озеро, ты издеваешься? А, да? Ну, может быть, если попаду. А можно прыгнуть вон там, где пчелы, вон в ту, вон. Вон туда. Нет, туда не вариант. Так, окей, лиана. И потом прыгай в озеро. Уи, бум! А была бы реальная жизнь, сдох бы. А то это и Майнкрафт. Мы реально можем, по сути, сейчас сделать портал в ад. Только зачем?
Зачем сейчас? Я понимаю, зачем нам портал в ад. Зачем сейчас его строить? Нам еще рано идти, у нас даже алмазов нет, ты издеваешься? Да, я в курсе. Ну, давай сделаем. Да зачем? Просто. Потом это сделаешь. Нет, зажигал. У меня был кремень где-то, по-моему. А, нет, не было. Артём, не надо сейчас в ад, ты там сдохнешь. Так же, как и я. Нам рано еще в ад идти, ты издеваешься? Хорошо. Ты же не спидранишь, блин, Майнкрафт. Я кое-куда пошел. Понятно. Ждать оповещения, Артём был застрелен скелет? Ну, как обычно, Артём попиздовал в какие-то ебеня, а я строю. Не, я помню, как вы... Я иду просто по прямой, потом просто буду назад. Да прикол-то не в том, что помнишь ты или нет. Я-то, блядь, работаю, а ты хуйнёй страдаешь. Чё за хуйня? И нахуй нам озеро лавы? Я не знаю, чтобы, наверное, зажить нормально. Тебе чем-то мешает жить то, что у тебя нет озера лавы? Охереть. А зачем, блядь, Артём? Так, горные козлы вон. Пойду куда-то туда. Нам нужно что-то делать с нашими овцами и коровами, потому что им уже тесно в этом загоне. Ну так надо, сделай больше. Кстати, я с собой кровать. У нас закончился, Артём, весь песок. Ну, глаз, это бывает. А, нет, еще есть 12 штук. Еще и стекло откуда-то. Еще тут жарится. Тут уже... На этом же. Почему тут рычит рядом зомби? Что? Зомби рядом рычит. Вот прям подо мной. Тихо. Тихо. Он буквально подо мной. Эй, бро, ты там? Наверное, скорее всего, да, скорее всего, он там. Бро. В натуре, под нами каньон, Артём, возвращайся. Вот прям просто возвращайся, прям рядом с нами каньон. Я увидел березу. Ебать. Прям рядом с нами каньон. Да ты ничем и не жертвовал. Жертвовал, блин, я. Нет, у меня был... Я всегда, блядь, сражался. Три крипера зажали, и меня щит. Ну так это твои проблемы. Так, окей. Я пчела не... тупая не может пройти в улей. Блядь. Ебать, одна умная, вторая тупая. Ребята. Она догадалась. Она телепортнулась. Так, надо еще один. Класс. Я просто с высоты упал. Все нормально. Мне золотое яблоко. Может, все будет нормально, не сдохну. Так, у нас явно, Артём, проблемы. С куполом, с чем, блядь, еще? Почему? Потому что у нас чем не... Чем нам вообще ферма? Ну, мёд там, не знаю. Даже для стройматериалов, к примеру. На, не знаю, зачем я кормлю тебя просто. О, родился цыпленок с яйца. Знаешь, что прикол? Я вижу твой деревянный стол. Там где деревянный делают. Ну так. Это чтобы мы не терялись. Так, ладно, пойду добывать еще песка. Зачем ты ставил тут факел? Что с тобой не так? Или это я ставил? Неважно. Так, у нас стак железа, и мы все еще не в фул железки. Нужно взять фул железку. Ну, у меня стак 18. Ну, тогда и мне, я же тебе броню давал. Это же я тебе броню давал. И что? Давай железо, мне... С чего это? Ты издеваешься? Нет. С чего это я должен давать тебе железо? Я! Так, копаем песок. Мне нужно примерно, опять же, 2 стака песка, то есть это будет долго.
песок копаю. Где? В этом озере? В речке, а не в озере. Какая дача, да? Угу. Вижу тебя. Давай. Блин, кстати, мы могли, знаешь, что сделать? Построить только это. Построить только этот. Блять. Рамки, короче, сделать стеклянные. И ими обложить все. Ну, чтобы не тратить стекло, наверное. Ты можешь, у тебя есть лопата с собой? Скинь мне, пожалуйста. А? Ты издеваешься, я на речке стою. Тебя тут нет. Ты додик? Я не знаю, я пришёл на речку. Вот, я. Назад посмотри, додик. Эй! Да. Привет, Ида, скинь, пожалуйста, заодно. Потому что я опять голодаю. Ты, блядь, откуда берешь эту еду? Опять же, у меня такой же вопрос. Я жарю. Ты откуда? Шесть, только шесть жареных свинин. У меня, блядь, вообще ноль. Чё? Что? Ты хочешь туда? Иди на путешествие. Да, у меня есть ласкать. Попиздуй в ебеня! Погодь, я на... По-моему, это... Очень... Чё ж ты не сдох-то? Я хотел, чтобы ты сдох. Кристаллы? Да. Если найдешь, скажешь. А, нет, не найду. Печально. Капельник, когда сталактит, сталагмит, да? Ну вот я хз, нам стак. Наверное, это три. На всякий случай, наверное, добуду 300 как песка. Кстати, добудь уголь. Тут есть лава и тут есть зона. Добудь уголь, пожалуйста, по-братски прошу. Угля вообще у нас нет, мы вообще бомжи без угля. Я тебе сам, кстати, речку выкинул, ну, налил. Если чего, можешь туда, собственно, подняться по ней. Боже, добудь угля, вот реально я очень надо. Уже... И возвращайся, уже ночь, Артём. Шахтёрский... Сколько у тебя? Надо примерно стак, у тебя сколько угля? Сколько угля? Да ёб, сколько? Сколько? Пять. Ладно, Артём, уже ночь. Заброшенная шахта. Зашиби. Убрай. Короче, я прыгаю к тебе, понятно. Прыгаешь. Тут осторожно, тут есть лава. За ВДВ, блядь. Вот, уголь, чё ты его, чё ты его не добыл? Ну, там вот есть лава, вот она. Уже ночь, лучше я пережду ночь тут. И главное, если кривер будет взрывать нашу базу, ты не ори крипера и защищайся щитом. Отводи его, пожалуйста. Хорошо. Я яйцо. Цыплёнок вы. А у меня нет с собой дерева, чтоб ты знал, то есть... Дох. А куда ты идешь хоть? Ща, меня, погоди. Да ёпта, как сюда попраться? Туда хочешь? О, да. Четыре штуки еще есть. А у тебя есть дерево? Нет. Там есть заброшенная шахта, так что дерево будет достаточно. Ебать. Вагонетка с сундуком. О, бирка. Хорош. Энерго-рельсы. Жрачка, наконец-то. Железо. И факела, да, хорош. Такс. На какой мы высоте? 32. Артём, давай ты не будешь расследовать сейчас шахту, потому что ты обязательно заблудишься. Да куда, блин? Вот ты где ты нахуй пропадаешь все время? Давай, чё? Там это камень, там. Но на такой высоте его не должно быть. Вот, видишь? Это слой кристалла. Понял. Ломай. Не факт, правда? Бля, а та... Крипер сзади! Зомби в алмазной броне! А, нет, не в алмазной. Какой? Блять, в обычном одежде своей. Сука, тут и крипер, и зомби вообще пиздец. Все. Так, понял. Да.
Идем вот так. На нахуй. Два скелета. Они вдвоём в меня стреляют. Хорошо, что я скрафтил очень новый щит. Вот это... Факел поставь. Аметист. Факел поставь. У меня нету, поставь ты. Ты издеваешься, блядь? У кого есть тогда? Нет, понятное дело. Бля, ну хорошо, тогда возьмем лаву, погоди. Возьмем лаву, вылим сюда. Главное, не наступи. В натуре. Тут, в нем сейчас будет куча мобов, сразу предупреждаю. Я не думаю, я знаю, вон он. Дам скелет, все, понял. Берем. Отойди, отойди! Отойди! Так. Нам нужно добыть вот этот кристалл. Как-то. Но там скелет. То есть, можно в теории десантироваться? Вон. Вон скелет. Так, для начала надо забрать лаву. Песок. Ты, главное, в лаву не... Окей, десантируюсь. А почему я не могу их забрать? Нет, для этого нужен полностью выросший аметист. Хорош, значит, будут подзорные трубы. Они, у них же есть стадия роста. Вот вот, предлагаю съебывать. Вот предлагаю съебывать. Да. Тех, все. Предлагаю съебывать. На этом наше. На этом наше похождение закончено. Предлагаю съебывать. Блять, а меня забыли. Где, блядь, что-то? Вот, вот нам сюда. Вот сюда. Куда нам? Туда. Ну хорошо, давай. Давай вот там туда. Окей, ща. Ща, 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 ща. Ща, погодь, ща я нам построю. Да, даже песком, похуй. Олеса, вот. А теперь главное выжить, Артём. И уходить, просто уходить. Бежит. Просто. Я помню, как мы отсюда выбирались. Кто куда, а я по съебам. Поехали. Отлично, у нас есть ведро лавы, мы можем, кстати, сделать потом это. Нам туда, быстрее, съебывай. Да я лестницу строю, дебил! Сейчас надо будет осторожно пройти мимо всех, в принципе, мобов, потому что уже ночь. Ну, погнали. Нет, зачем? Рано. Блять. Понимаю. Ой, зомби! У меня все. Я тебя закрыл своим телом. Ну, короче, понятно. Ой, блять, еще и паук. Пизда, короче, мне тоже. Нет, идите нахуй. Идите лесом. У меня семья. Ты сказал семья? Блядь. О, я вижу тебя. Ты собрал мои ресы? Нет, я нихуя не собрал. Беги. Там вообще пиздец. Ну давай, вырубай свой геймод, как обычно. Хардкор у меня. А ты так просто. Я просто дополнительные. Забери заодно эти вещи. Нет. Или я дам тебе реально в шапалях. Нет, Артём, ты спустишься и заберешь то, что осталось там. И желательно быстро, потому что меня сейчас уебут все. Быстрее на меня бежит паук. Лягушка прыгнула на Игоре. Полнейший хаос. Причем шариковый рай. Блять, Артём, быстрее. Блять, паук Спайдермен. Заебись. Быстрее. Собрал. Быстрей! Геймод survival. Survival. Тихо, тихо, тихо. Так, ну я могу, в принципе, лечь спать, а смысл мне ложиться. Так, а на самом деле, что я су, как бы? Все, я уже выжил. Все мои ресы сохранились. Ну, я тебя, блядь, поздравляю. Черт. Ты, главное, не сдохни опять. Блин, на меня идут зомби тупо.
И пауки. Зомби и пауки. Зашибись. Вот так-то. Что? Что? Нихуя не бери. Я сейчас дам тебе пизды, Артём. Ты взял его из гейммода. Ну ты реально, Артём, конченый. Все, я спать. Нет, я не смогу спать. Рядом где-то скелет ходит. Нет, пук, ладно, нормально. Вы проспите всю ночь, быстрее. Быстрее. Заебись, побежал, сразу побежал. Ебать, тут мобов! Охереть. Так. Заебись! О! Блять, там и там крипер, везде криперы. Там везде просто криперы. И вот крипер. А он взорвет меня, если я буду в тростнике? В смысле, я жив? А, уже нет. Ну как бы да. Вот так вот, ребята, заканчивается наш летсплей. А он, по идее, не должен был как бы взорваться. Ладно, продолжаем. Все, давай больше не возрождаться. Вот сдох и все. Ну, сказал тот, кто возродился уже 5 раз. Или сколько? Давай, Андрей. Ну, давай, только по... я... Блять, лошадь. Я был уверен, что он... что я не должен умереть. Блять. Потому что, в принципе, он же не умеет... Чё? Ласкатель выжил. Там мне как-то похуй на ласкателя сейчас. Ну и по. Типа. Чё, сейчас начинается. Я иду на расстрел. Давно бы, блядь, пора. Нет, Артём, ты никуда не идешь. Ты реально, Артём, конченый, вот серьезно. А хуй его знает. Вроде бы тростник был 2 блока, то есть вот так. Вот так. Вот по идее он не должен был меня запалить, правильно? Не, ну в смысле, он же не видит тебя, если в тростнике. Да. Всегда было так. Теперь нет. Мы, кстати, почти не мы вообще не просворали железо. Это хорошо. Так, все, ладно. Начинаем по-настоящему выживать. Сейчас я скрафчу себе подзорку. Подзорная труба. Андрей, слышишь? Где каньон, на котором ты так... Эпилептикам не смотреть. Андрей... Ну так иди сюда. А дай и... скрафти мне, у тебя есть медный свитер? Нету. У меня нет больше аметистов. А у меня есть 4. А у нас меди нет. Вот так нет меди. Уже нет. Вот. Ёпта. Вот так будет лесу дауна, дамы и господа. Нахуй ты туда лезешь? Там еще аметисты есть. Пиздуй сюда. Вылази обратно. О, лазурит. Хорош. Скелет, спаси. Выйди обратно. Выплывай. О, упал, выплывай. Упал. Выплывай нахуй. Все, наебал. Да ты чё? Ты хп, нет. Я сейчас вообще бомбану в геймод. Да ты наебал. Да ты наебал. На, лови, подарок. Ты додик, я мог еще одну скрафтить. Я наебал тебя. Да все, короче, я забираю воду, правильно? Нет, я должен что-то. Так, вот 2 зомби.
Ты идешь или нет? Я не могу. Да вылези! Тут зомби много. Ты конченый? Где зомби много? Там блять, ты можешь вы... Не могу, меня смывает течение. Не знаю, как-то сражайся. Борись за свою жизнь, короче. Я бомбану, идем. Давай, вылази. Да я не могу. Да ты заебал уже, вылези просто. Возьму. Сейчас будет мастер паркура. Да. Сейчас Артем умирает. Ты вылез или нет? Бля, где ты поднимаешься? А, вот ты где, Супер Тейлз. Да ты конченый, что ли? Вылези уже! Долбеб? Нормальный. Хочешь ПВП? Нет. Да не надо в хардкоре! Ну так. Так. Кто? В смысле, кто? Супер Соник получил достижение, точно все. Я тебя не уебу, Андрей. Я уебу тебя тогда. Чё, конченый, что ли? Что ты делаешь? Блять, пьяный дед снова буйствует. Я пошел на поиски деревьев. Да кто? Чё в меня пуляет? Это заебёшь. Нет. Всё, я пошел вообще на поиски. Я забираю кровать. И иду на поиски всяких там деревьев. Блять. Тун-тун-тун-тун-пу. Где все пчелы? О, вот там. Так, пришло время уничтожать наших кур. Ну не всех. Кто-то родился в стене? Кому-то повезло? Нет. Почему повезло это родиться в стене? Что со мной не так? Вот так вот. Вот так вот. Хорош! 19 стекла. Будь здоров, расти большой. Не будь лапшой! Ха! Смешно. Нет. Да. Я сказал да. Я иду на поиски деревьев. Ты конченый? Да. Видишь? Мастер твоего дела, Артём паркурщик. Только что... Артём Додик. Так, дерево немножко соберем. И мы сдохнем. Пам-пам-пам, па-ба-бам, па-ба-бам, пам-пам. А я закончил строительство нашей фермы. Ну, то есть нашей, моей. Ну, потому что ты ни хера не делал для ее процветания. Как обычно, блядь. Вот всегда, когда мы с ним так выживаем, он просто это съебывает и все. И умирает. И там написано, был взорван крипером. Да. И что? Так, у меня почти все поле готово. Со мной, кстати, ласкать. Мы с ним два братана. Не разлей вода. Ты же хотел, чтобы я ему построил этот гараж. Пока он будет со мной. Потом... Какой гараж? Ну, как для машины. Брум-брум. Он для себя машина? Да. А ты для меня говно. Вот так вот. У меня 22. Выберу тебя. С первой. Друг Артема. По интеллекту. Чё, готовься, сейчас будет время тупых шуток от Андрея. Друг человека, по интеллекту. Пам. Озеро лава. Я нашел. И что? Хорошо, тогда бери ведра и тащи ее сюда. Будем делать генератор булыжника. Ипушка. Что, ипушка? Какой нахер рыбушка? Ты чё, конченый? А у тебя с собой не было бирки? Ебать. Меня на 360 повернуло. Где, блядь, пчелы? Ёпта, я чуть не сдох от приземления. Нормально так. Типа они там есть? Вы там, додики, побоссаны?
Пчелка, чучелка. Так, ну короче, у меня курица есть. Мне нужна жратва. Курицы. Ладно, не пришло еще время сокращать вашу популяцию. Пам. Нихуя. Уже темнеет, возвращайся, пожалуйста. У меня есть с собой кровать. Мне похер, просто вернись, блядь, упизорил куда-то. В ебеня. Заблудишься же, блядь, не вернешься. Хорошо, потом за гору пойду. Пёсель, идём. Бля, надо бы, надо как-то поймать момент, когда пчелы все в улье, как минимум две, вот. Это будет идеально. Ой, темнеет уже. Да. А мне нужна еда, а еды все как не было, так и нет. Кажется, что я не успею дойти. Придется мне спать тут. Успеешь. Пожар! Начал. Только не начинай его, пожалуйста, тушить. Я не буду. Лоскотелем, конечно же, не буду. Не буду тушить лоскотелем. У меня уже два питомца. Андрей, я ложусь спать, ложись тоже. Не, я не буду. Ложись. Зачем? Я буду работать. Я каменщик. Да, я знаю. Пам. Ты, кстати, забрал мою кровать. Так, новый день, новая работа. А пес ушел. Познай боль. Так, сокращаем популяцию куриц. Сявкалка. Почему пчела летит в воду? Пчела, ты... Ебать! Нихера себе! Ей плохо, блядь. Она пытается в цветы выйти? Ты конченая? Она строго летит к этому блоку и начинает крутиться. Блядь, ей это нравится, Артём. Артём, слышишь, ей это нравится. Я охереваю просто. Она нашла другие цветы. Она догадалась облететь. Хорош. Умная, наверное. Идем так. За мной, Рекси. Больше пчел поблизости не видно. То есть только одна, да, выжила. Остальные... Нахер ты лезешь в воду, дура? Не лезь в воду, тупая она пчела! Нет. Она урон получает от нее. И идет в воду. Релинига, блядь. Что? Пёс вот прям на кувшинку трепнулся. Ну, фак еф и на пол. Гуд Гуччи флип флап. Хорош! Они обе собирают нектар, сейчас пойдут, а я не успею их закрыть, у меня нет блоков. Мне кажется, она будет недостаточно того этого стекла, которое я накопил. Тун-тун-тун-тун. Нам релива будет. Нет, может быть, недостаточно, то есть хз. Идем, Рексик. Да, а я вдруг вам даже. Видишь, у тебя нет никакого домашнего животного. Ну нахуй он мне нужен. Рексик! Зато у меня есть ферма, блять, у тебя нет. Флип. Ну, я хз, что-то как-то... Опять магию сделал. Кто? Пёсик, он тэпается то вперед, то назад. И что? То влево, то вправо. Бля, Артём, я это вижу каждый день с нашей собакой. Ты что, издеваешься? Ну да. Да он у него с рождения. А, точно. Бля, не, мне не хватит этого стекла. Тут получается раз, два... 3, 4, 5, 6. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 на 8, 48. Это будет площадь. А у меня сколько? А у меня 26, правильно? Угу. Да, у меня 26. Пойди, накопай. 2. Нет, ты идешь, накопаешь 30 стекла. Пёсель, Рекс. Кстати, я как раз я сделал.
Ип зовет нас гулять. Так, что мне еще надо? Он, по-моему, проголодался. Ботинки. Проголодался, да? Сейчас мы тебя накормим. Ну все, красивый молодой человек. Бля, если я... А чё он такой синий? Серый. Ща его убью. Да нет! На, пожри. Ладно, я пожру. Ему нужно залезть... Кстати, хочешь приглашать? Я с прыжка на него прыгну, я его просто ваншотну. Проверить? Не надо. Всё, Артём, он застрял. Нет, он тэпнулся. Он не выплывет. Он пёс, молодец. Пойди добудь песка. Он стал белым. Вот смотри, пчелы кончены, смотри, что они делают. Одна пчела в ахуе, вторая тоже. Рексик, иди сюда. Да. Пчела будешь... не может вернуться к себе на пасеку, ну ёп. Стережить. Да. Остерегать. Оберегать. Встань. Быстрее, Артём, пока пчелы не вылетели все. Сейчас. Пока хотя бы одна еще в улье. Идёт. А теперь тэпайся. Ну, не надо так. Так, ладно. Бежит моя армия. А теперь я прыгаю. И ты должен так. Будь здоров. Все, я пошел. Песик, охраняй. Давай, иди. И побыстрее, пожалуйста, Тех. Потому что скоро опять будет ночь. Наверное, лучше бы я Рексика с собой, наверное. Зачем? Чтобы он тебе мешался? А, фах, недолет. Че не перелет? До кого? Ты сказал перелет. До кого там долететь хочешь? Кстати, я тебе приготовлю пранк. А? Пранк приготовлю. Ты убивай моего Рексика. Почему? Ты издеваешься? Нет. Не убивай. Почему? Хорошая, он даже биркой... Приручилась с одной косточки. И что? Все, я добыл нам 30. Отлично, я как раз убью Рексика, пока тебя нет. Раз, удар. Нет. Два. Не придет волк. Окей. Пришло. Блять, бежим. Бежим. Он, кстати, давал сдачи. Ну, как сказать, полсердечка. Он был плохим боем, а он заслужил смерть. Что с пчелой? Сдохни! Да, блядь, мы на хардкоре, дебил. Да он переродится, дурак. Он не переродится. Вольного дико, что ты нахуй делаешь? Он сдох. А дай еды, пожалуй. Все, я отключаюсь. Раз, два. Ты что, убил моего волка? Нихуя себе, господь бог, блядь. Ты песок достал? Да, блядь. Песок. Вот что с пчелами не так? Они что, конченые? Пчел, иди сюда. Давай, иди сюда. Сюда, сюда. Пчелы, блядь. Да конченые создания. Лети сюда, летите сюда. Пчелы. А где вторая? А вот она, хорошо. Ребят, вы должны быть. Скинь мне быстро стекло. Да зачем? Да я пчел, блядь, держу. У меня нету стекла, у меня есть только песок. Это тоже с одной косточкой. Ну, а... Я же говорил, какого хуя тебе убей одну из них? Блять, что за херня? Блять! Они меня уебут. Блять, у меня 2 хп, Артём. У тебя есть еда? Нет. В смысле? Где еще одна... Там есть свинина в сундуке.
Где еще одна пчела? Ты на кого, блядь, рычишь? Нет. Одного убиваю. Нет. У тебя был один. Нет. Одного убиваю. Нет. Короче, все нахуй. На второй серии выживание заканчивается. Ставьте лайки. Все, на этом заканчиваем весь летсплей. Потому что Артём начал делать какую-то хуйню. Чё ты убил моего волка? Все, всем спасибо, всем пока.